очень хороший, талантливый и, ну, такой прям, ну, друг, по-другому не скажешь. Потому что я вообще считаю, что если что-то делать такое от души, это должны быть люди не просто, то есть они следуют твоим принципам каким-то, да, пониманием, принимают ошибки и отвечают взаимностью. Это друзья. Вот. Ну, кстати, об ошибках. Проект наш достаточно, ну, не сказать, что прям очень молодой, но уже достаточно старый для того, чтобы потерять пару музыкантов. У нас осталось только двое. Был костяк такой, более, ну, короче, у нас был и трое, и, по-моему, даже четверо разочек. Вот. Но нас в целом двое на протяжении уже там 3 лет. Нет, с людьми все в порядке, они просто ушли в другие стили совершенно. Там нет места блюзу. Там что-то такое более мощное. Металл, да. Выпьем за карасика. Почему за карасика? Потому что он икру. Металл. Вот. Ну и, собственно, еще раз поговорим о материализме. Я уже спел песню «Монета». Есть еще одна песня, которая указывает нам на грехи материального влияния, влечения. Это материальная ошибка. Вот. Сейчас я... Группа «Маска и лицемеры». Материальная ошибка. Простите, еще раз. Нет, нет дороги назад, нет дороги вперед. Только ты совершенство. Нечем жизнь подпереть, сочетая блаженство. Там, где у веры есть сам, у любви много дам. А у Нади кокетство. Прощай, чудес не обещай. Кончено детство. В небо чаще смотри и молчи. А жизнь тебе не мешок мелочи. Чаще смотри и молчи. А жизнь тебе не мешок мелочи. Код любви на панели. Бой, сотрясая порой жизни тело покой. Лишь луной освещая боль.
шикарный меня. Вот вершина карьеры. Тебе это надо, ты так это ждешь. И, конечно, возьмешь. Ломая запреты, в небо чаще смотри и молчи. А жизнь тебе не мешок мелочи. А в небо чаще смотри. Песня на прошлом сотворчестве спел, Дима вроде разрешил одну старую, вот, «Маска и лицемер», это, собственно, песня, которая послужила поводом так назвать группу. Всем не смешно и непонятно, стекает камнями создание сознания, снимая напряжение и страдания. Сложные аллегории, словесные протесты, играю словами, люблю сложные тексты, словно тесто, кидаю от себя резко, раскатываю блин, кладу нарезку из мягких мыслей, из воспоминаний, из каких-то других чужих пониманий ищу, вероятно, зная преобразование, пытаюсь вникнуть, не создавая. Так я представляю себе, как если бы жил на земле, и не то чтобы я, а кто-то похожий. Так просто, случайный прохожий. Наблюдаю движение, деформация характера, перестроение, максимум гибкости, толерантность, разборчивость в людях и элегантность. А представляю, чем бы я занимался, каких долей мозга в процессе касался. Вероятность внесения изменений извне, критический результат, она на нуле. Себе, как если бы жил на земле, и не то чтобы я, а кто-то похожий. Так просто, случайный прохожий.